Бройницы взялись за возрождение некогда так популярного в нашем городе лыжного спорта. Ежегодно готовится лыжная трасса, введены занятия по катанию на лыжах в школах. И сразу ситуация начала меняться в лучшую сторону. 19 января состоялось открытое первенство города по лыжным гонкам. На старт вышло 87 спортсменов. Это вдвое больше, чем в предыдущем году. Опустела Бронинская налоговая инспекция. По приказу министра по налогам и сборам, в Подмосковье созданы межрайонные налоговые инспекции. Как и 10 лет назад, по всем вопросам, связанным с налогами, броничанам придется ездить в город Раменское и терять время. Бронинская налоговая инспекция, считавшаяся одной из лучших в Подмосковье, прекратила свое существование. Удастся ли найти в рамках межрайонной инспекции равноценную замену – вопрос, который еще долго будет оставаться без ответа. С 1 января изменилась сетка вещания Бронинского телевидения. По субботам начал выходить итоговый выпуск информационной программы «Объектив». В нем повторяются самые значимые и интересные сюжеты за минувшую неделю. Их с удовольствием смотрят те, кто учится или работает в Москве и поэтому не может посмотреть в будние дни. В конце января состоялся традиционный совет директоров, на котором были подведены итоги минувшего года. Их собравшиеся оценили со сдержанным оптимизмом. По словам главы города, по темпам развития Бронницы вошли в число лидеров. Ежегодно темпы промышленного производства достигают 150%. Это один из самых высоких показателей в Подмосковье. На совете директоров был избран новый председатель, генеральный директор фирмы «Полином» Владимир Яковлевич Татусов, вместо вышедшего на пенсию бывшего руководителя ювелирного завода Ивана Захаровича Артюхина. С 1 февраля в Бронницах появилась новая воинская часть – Центральный спортивный автоматоклуб Вооруженных сил Российской Федерации. Часть организована на базе 21-го НИИ. Ей переданы в подчинение автоматоклубы военных округов различных видов вооруженных сил. Начальником клуба назначен подполковник Ширманов. А главным тренером прославленный бронинский гонщик Трифилов. Клуб будет управлять автоматоспортом в вооруженных силах, проводить соревнования, присваивать почетные звания. В начале февраля состоялось заседание комиссии при городской администрации по подведению итогов соревнования на лучшее содержание и благоустройство жилых домов и придомовых территорий. Промежуточные итоги подводятся ежемесячно, и затем, по традиции, лучшие в конце года отмечаются денежными премиями. Городская администрация поощряет и тех жителей, которые внесли наибольший вклад в благоустройство нашего города. Состоялись традиционные соревнования «Бронинское кольцо». Впервые 79 водителей из почти двух десятков городов соревновались в феврале не по снегу, а грязи. Наверное, это больше всего помешало бронинским гонщикам. Они заняли лишь третье место на соревнованиях. 17 февраля впервые в истории Бронниц в спортивном зале на горке прошла первая спортивная феминиада, в которой приняло участие 5 сборных команд – администрации города, 1 и 2 школ, ЗДЮШОР, колледжа и детского сада номер 3. В каждой команде было по 10 участниц. Во всех видах все участницы дошли, доиграли или доплыли до финиша. Победила дружба и женское обаяние. Накануне Дня защитника Отечества УНР-494 отметила свой 35-летний юбилей. За годы своей работы УНР построила квартиры для 40 тысяч человек. Это население почти двух таких городов, как Бронницы. Сегодня это большой и слаженный коллектив, насчитывающий более 2000 человек. 700 из них работают в Бронницах, остальные на 5 промышленных базах в Москве и Подмосковье. О мастерстве и профессионализме работников УНР-494 броничане судят по объектам, которые стали подлинным украшением нашего города – грибной базе, часовне, жилью, реконструируемой центральной площади. В конце февраля кардиологическое отделение муниципальной больницы переехало со второго этажа на первый. Больные разместились в 5 светлых отремонтированных палатах. В отделении появилась палата интенсивной терапии. Для отделения приобретено современное оборудование – кардиомонитор. В Бронницкой детской библиотеке открылась выставка «Незаслуженно забытые книги». Юным читателям на ней предлагается обратить внимание и прочитать те книги, которыми некогда взахлеб зачитывались их матери и отцы, бабушки и дедушки. Возобновила работу молодежная студия «Окно» при Бронинском телевидении. Здесь бронинские мальчишки и девчонки пробуют силы на телевидении, снимают свои первые сюжеты, делают репортажи. Для одних это просто интересно, а для других становится первыми шагами к будущей профессии.
Завершилось 11-е открытое первенство по спиннингу в городе Бронице. На этот раз победителем стал житель Королева, поймавший 7-килограммовую щуку. По традиции этих соревнований гостеприимные броничане в число призеров не входят. Шестнадцатого марта состоялся отчетный концерт в школе искусств. Он стал заметным событием в культурной жизни города. Сегодня в школе обучаются 360 детей. 300 из них приняли участие в концерте. В будущем году бывшей музыкальной школе исполняется 50 лет. Нынешний концерт стал как бы генеральной репетицией к юбилейным торжествам. В начале весны глава города собрал руководителей бронинских предприятий и организаций и предложил оказать посильную помощь намечаемой реконструкции центральной площади. На ней будут заново перепланированы пешеходные дорожки, которые выложат брусчаткой и обложат бордюрным камнем, разобьют клумбы и цветники. В сквере установят 6 памятников самым известным броничанам – Пущину, Фанвизину, Наталье Апухтиной. На площади будет перестроен мемориальный комплекс, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Все работы на площади намечено завершить к 550-летию города. 28 марта в Бронице проходила конференция детских экологических обществ. Самая первая была организована 5 лет назад, и в ней приняли участие всего 8 обществ. На нынешнюю конференцию приехали представители более 50 объединений из различных городов и районов Подмосковья. Экологическое образование необходимо для формирования у молодежи экологической культуры и мировоззрения. В преддверии Пасхи в Доме культуры открылась выставка «Мир из яйца». На ней были представлены пасхальные сувениры 19 века и работы современных авторов-броничан. Выставка пользовалась большой популярностью у жителей города и сельской округи. В Бронницах создана шахматно-шашечная федерация. Возглавил ее Геннадий Бархатов. При федерации действует клуб имени Александра Алехина. Федерация и клуб располагаются на стадионе «Центральный». Клуб работает по понедельникам и четвергам с 6 вечера до 11 часов и открыт для всех желающих. Практически прописанная в Бронницах молодежная сборная России сыграла товарищеский матч со своими сверстниками из Швейцарии 14 и 16 мая. Общий счет 8-1. Футболистам условия, созданные в нашем городе для занятий футболом, понравились. Оценили качество газона и швейцарцы, а свой проигрыш объяснили объективными причинами. Россияне были удачливее и сильнее. 23 мая в культурно-досуговом центре «Родина» проходил конкурс «Мисс Бронницы-2002». В заключительном туре участвовало 7 бронинских красавиц. Строгое жюри оценивало не только внешние данные девушек, но и их интеллект, пластику, раскованность. Победила в конкурсе воспитанница Дюшор Галина Савина. Народному хору «Рябинушка» исполнилось 15 лет. Его мелодичные и задушевные песни можно услышать не только на всех городских мероприятиях. Хор много и охотно выступает в окрестных городах и селах. Зрители тепло приняли юбиляров и пожелали им новых творческих успехов. Выпуск 2002 года для Государственного училища Олимпийского резерва знаковый. По сути, он первый, который прошагал все ступеньки от спортивного класса школы номер 2 до выпускников училища. Все 12 выпускников, а это преимущественно броничане, известные спортсмены, с успехом выступающие на всероссийских и международных соревнованиях. 21 июня глава города встретился с предпринимателями. Он поздравил их с учрежденным в нынешнем году по инициативе губернатора Громова Днем предпринимателя и обсудил перспективы развития малого бизнеса в Бронице. Среди причин, мешающих работе предпринимателей, были названы слишком назойливые проверки контролирующих органов и переезд налоговой инспекции в город Раменское. С 19 по 23 июня на озере Бельское проходили соревнования на Кубок России. По их результатам сформировалась сборная команда страны для выступления на чемпионате Европы. Броничане выступили неплохо, но завоевали лишь серебряные и бронзовые медали. Бронницы сильны юношеским спортом, и пока во взрослых соревнованиях у нас нет особых достижений. Они впереди. 11 июля вручались дипломы выпускникам дневного отделения филиала МАДИ. Это первый его выпуск, до этого были лишь вечерние. Впервые на защите дипломов присутствовали представители заводов, они отбирали себе кадры. Троих выпускников пригласили в 21-й НИИ. Сейчас в Бронинском филиале на всех отделениях обучается 239 студентов. Растет и конкурс. В нынешнем году он составил почти 3 человека на место. В Бронницах по инициативе администрации начался эксперимент по сортировке и утилизации бытовых отходов, так как это делают во всех цивилизованных странах.
Собирать и отправлять мусор на свалку – дело убыточное. Собирать на специальных площадках, сортировать и отправлять на перерабатывающие заводы – дело выгодное. Открыт пока первый полигон на Москворечье для обкатки технологии. Всего их будет открыто 12. 1 августа в Музее истории города Бронницы, помещение, под которое выделила администрация города, открылась первая тематическая выставка «История в вещах и документах». Наконец-то жители города увидели все экспонаты музея, собранные за последние 15 лет со дня основания музея. Выставка привлекла внимание всех, кому не безразлична история нашего города. В хирургическом отделении городской больницы стали проводить операции с помощью лапароскопической стойки. Делают их без больших разрезов и хирургического скальпеля. Они не только щадят тело больного, но и значительно сокращают восстановительный период. Первую операцию бронинские врачи делали под руководством доктора медицинских наук Анатолия Ивановича Ищенко. 3 августа броничане отпраздновали День города. Праздник начался с открытия часовни, снесенной 40 лет назад и восстановленной по воле жителей Бронниц. Строили часовню на средства из частных пожертвований и за счет возможностей предприятий и организаций города, доброй воли их руководителей, особенно 494-го УНР и Полинома. Генеральный директор 494-го УНР Алексей Иванович Ким передал ключи от часовни, построенной во имя святителя Николая, протоиерею Георгию. Теперь на очереди роспись часовни и изготовление иконостаса. Главные события затем развернулись на Центральной площади, где проходил праздничный концерт с участием приглашенных артистов российской эстрады и художественной самодеятельности города. На сцене подвели и итоги конкурса для записи в Книгу рекордов города Бронницы. Зафиксировано 4 рекорда, и один из самых выдающихся показала Татьяна Хабарова. Она может одинаково хорошо писать одновременно двумя руками. В рамках праздника состоялась и большая спортивная программа с участием гребцов, футболистов и шахматистов. Из Хорватии, заняв 3-е место на молодежном первенстве Европы по гребле на байдарках и каное, вернулась сборная России, треть которой составляли бронинские спортсмены. На базе горки Ростелеком создал свое 5-е территориальное управление. Произошла не просто смена вывески, а в несколько раз увеличилась зона обслуживания от Москвы до Рязани. Это открывает новые перспективы перед организацией, являющейся одним из самых крупных налогоплательщиков города, которая и сама активно развивается и ежегодно оказывает существенную помощь городу в благоустройстве. . 24 и 25 августа на спортивно-испытательной трассе 21 НИИ проходила московская выставка автотехники двойного применения и соревнования по тракториалу. На этот раз показ порадовал специалистов. Свыше трети образцов выставлялось впервые. Больше обычного было гостей из почти 30 стран мира. Хитами показа стали новейший внедорожник «Тигр» и двузвенник «Ласка». В соревнованиях по тракториалу приняли участие 42 спортсмена из 9 городов. В нынешнем году организаторы значительно усложнили препятствия, и это существенно осложнило борьбу. На первом месте оказались спортсмены команды автозавода «Урал» из МИАСа, на втором – команда «Броничи», на третьем – КАМАЗ из Набережных Челнов. С 1 сентября в Бронницах появился новый автобусный маршрут – «Четверка». Он проходит через микрорайон Марьинку и мимо строящейся новой школы выходит к больнице. По обслуживанию городских маршрутов Бронинское ПТП считается одним из лучших в области. Ежедневно на маршруты по городу выходит 6 автобусов. Интервал движения между ними – 10-15 минут. 6 сентября в городском ЗАГСе чествовали золотых юбиляров – семейные пары, прожившие вместе полвека. Звучит свадебный марш Мендельсона. В зал приглашаются семейные пары, и им вновь, через 50 лет, предлагают расписаться. Правда, теперь в книге золотых юбиляров. От губернатора вручают поздравительное письмо, а от администрации города – цветы и подарки. . 20 сентября в Бронницах побывал главный консультант ФИФА по футбольным полям Эрик Харрисон. Цель визита – проконтролировать подготовительный период для строительства поля с синтетическим покрытием.
ФИФА предоставил свой грант для строительства всепогодного футбольного поля в России. Местом для этого, по рекомендации Футбольного союза страны, выбрали Бронницы. Провели тендер на строительство, и его выиграла канадская фирма FieldTurf. Футбольное поле с синтетическим покрытием стоимостью в полмиллиона долларов войдет в строй в 2003 году. 20 сентября на стадионе инициативная группа, действовавшая на общественных началах, созвала жильцов тех домов, которые обслуживают котельные 21-го НИИ. Причина – регулярные перебои в снабжении горячей водой и проблемы с отоплением. Тем более, что Мосрегионгаз 6 августа отключил котельную от газа за долги. Инициативная группа обратилась с письмом в Минобороны и губернатору Громову с просьбой передать котельную на баланс города. Ситуацию взяла под контроль городская администрация. К концу сентября удалось погасить задолженность перед газовиками. В домах включили отопление и горячую воду. С 9 по 21 октября проводилась всероссийская перепись населения. Нынешняя перепись отличалась от предыдущих более демократичной формой проведения. Люди могли ответить на вопросы анкеты на стационарных переписных участках или сделать это по телефону. Окончательные итоги переписи будут обнародованы лишь на следующий год. По предварительным данным, число броничан превысило 18 тысяч жителей. Футболисты Бронницка «Сдюшор» завоевали право играть в сезоне 2003 года в высшей группе первенства города Москвы. Это великолепный результат, достигнутый ребятами и их тренерами. Это и подтверждение правильной стратегии администрации города – взявший курс на приоритетное развитие массовости в занятиях спортом. Бронинские футболисты захватили лидерство с первых дней соревнований в своей группе и до самого финиша никому его не уступали. На фестивале телекомпании «Подмосковье» бронинские журналисты завоевали одну из самых престижных премий в номинации «Люди России» за очерк «Кому в Денежникове жить хорошо». Автор Ольга Амельченко. Операторы Павел Битков, Вячеслав Одностаченко и Алексей Тимохин. Монтаж Владимира Владимирова. Победители наградили по традиции фестиваля «Братиной». Теперь она будет храниться на Бронинском телевидении. 1 ноября по инициативе Бронинской администрации был проведен День призывника. Будущие призывники побывали в воинской части, познакомились с солдатским бытом. Им показали военную технику, продемонстрировали ратное умение. Многие юноши после такой демонстрации по-новому взглянули на будни армейской службы. А затем всех призывников отвели в столовую и накормили. Судя по лицам ребят, солдатская кухня им понравилась. 21 ноября в Бронницах отмечали престольный праздник Архангела Михаила. В этот день Музей древнерусской культуры и искусства имени Рублева передал нашему храму копии двух икон, написанных художниками Тихоном Филатьевым и Кириллом Улановым специально для нашего храма. Все-таки мы рассчитываем на помощь государства в реставрации вот этого замечательного, архитектурного памятника. Потому что таких памятников в России осталось немного, которые сохранились вот в таком виде на сегодняшний день. Работы по возвращению икон велись 10 лет. После крестного хода они были переданы храму и сразу освящены. С 4 и 5 декабря в Бронницах Министерство образования страны провело совещание с участием субъектов Российской Федерации по вопросу организации контроля за соблюдением законодательства в области образования в части защиты прав участников образовательного процесса. Еще никогда наш город не принимал такого количества гостей с разных регионов России – Калининграда и Приморья, Северного Кавказа и Сибири. Участники совещания обменялись опытом и посетили образовательные учреждения. Я отметила для себя одну вещь. Об этом как бы и говорили, и не говорили, но это мы видели. Это наверняка не лозунг, когда речь шла о том, что один из приоритетов города – это развитие спорта и физкультуры. Мы, во-первых, живем в таком месте здесь у вас, которое это показывает. И с другой стороны, речь шла о том, что это
занятие бесплатное для большинства детей, во всяком случае. И, к сожалению, на нашей территории мы себе позволить такого пока не можем. И о развитии спорта и физкультуры в большей степени мы говорим как о дополнительной платной услуге. К большому сожалению. А вот здесь воочию мы увидели, что на уровне местного самоуправления это поставлено основной задачей. И я думаю, что она реализуется в полной мере и достаточно эффективно. 6 декабря вышел 500-й номер газеты «Бруинские новости». Первый номер вышел почти 10 лет назад, в 1993 году, по инициативе главы города Александра Алексеевича Сыроежкина. И с тех пор газета из недели в неделю информирует броничан о самых важных событиях и новостях из жизни города. Броничане любят свою газету. Об этом можно судить хотя бы потому, что после выходных дней ее зачастую невозможно отыскать в газетных киосках.